Ребят, всем привет. Короче, решил я... Решил я начать. Пораньше Nation War'ов, так как заметил большое скопление наших игроков на GoPSK. Может быть, куда-то получится заскочить. Я пока не уверен, если честно, получится ли куда-либо заскочить. Если получится, замечательно тогда, что я могу сказать. Если нет, то, конечно, плохо. Но пока и сетки нет, собственно. По поводу записи Nation Wars. Заливается вчерашние записи в данный момент. Через часик другой зальются. Вот. Когда доработаются, не знаю. Так как очень длинные записи. Вот, сейчас я, ребят, отойду на минуточку буквально. Задержка 2 минуты стоит. Почему? Потому что я на GoPSK собираюсь все-таки ворваться. Ну, как у всех, задержку поставил. На всякий случай. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, вернулся я. Как здоровье? Ну, такое ощущение, что поправляюсь. Такое ощущение, что поправляюсь, но... Еще явно не завтра поправлюсь, я так думаю. Так, что-то я наблюдаю здесь. Уже готова сетка. Что-то пока у наших. Много фрислотов у наших игроков.
Так, чувствую, сейчас ФПшке придется сыграть пару игр. Да, сеточку надо бы добавить. До горла так себе. Пока еще. Сеточку вам кидаю. На СК2 ТВ в описании добавил. Привет всем. Ура Боберст. Спиритолог. СК2 ТВ Good Game. Так, а что-то я у Димаги соперника не видел. А, да, параноид, да. Посмотрите-ка, просто у Димаги в первом туре нет соперника фрислот, и у параноида фрислот. Это уже второй тур у нас получается. Кстати, на это внимание не обратил. Это у многих так может быть. И у Изи уже будет. Так, ну ладно, посмотрим Димагу. Так, у Тиран Вика там играть будут двое, чтобы с ним побиться. Во втором туре он на фрислоте с Блаем, чтобы побиться, тоже играть будут. С Хэппи, чтобы побиться, тоже будет играть. Мэйл и Мистер Киллоус. И со Стрэнджем, чтобы тоже играть будет. Но все отлично. Здорово, как игру. Может быть, геймер и нет, но как стример, может быть, и комментатор-то может и быть, и да. Что-то в этом есть, но не Европа. Старграф. Нет, Украина, к сожалению, вчера проиграла. Так. Прошу прощения, ребят, тут отвлекать. У меня началась беготня. Димага параноида пытается лингами напрягать. И напрягает не слабо на самом деле. Подгрыз его. В это время вышел парабан вперед. И хата вторая уже готова. Дома плеточка, криптумор нужно ставить. Королева возвращается. Сейчас криптумор будет поставлен.
Линги уходит домой. Здесь хоть мув пошел, но Беллинг Неста пока нет. Это хорошо для Димаги, конечно же. Здорово, Зик, всем привет. Вот, ну, надеюсь, сегодня не такой будет адово долгий стрим, как вчера. Потому что вчера 13.00 начал, в 4 ночи закончил, как бы это... Сколько? 15... Ё-моё, вчера один из рекордных стримов, получается, был. В 15-м году 2 по 15 на Близконе были, и этот 15 был, потому что с 13 до 4 ночи это как бы и есть 15 часов, получается. Ну что, перевоил рабочих Димага, мува пока нету, на 5 дронов впереди, это хорошо. Здесь один газ добывается всего. Лингов не масит, параноид. Привет всем, ребят. За рабами не следил, у меня там немножечко отвлекали. Вот, ну ничего страшного. Секундочку. Так, все, я здесь. Ну что, хата третья у Димаги. Пытается он ее заказать, но вынужден будет отменить. Параноид тут рядом прямо. Так, ну что, роучи лингов встретили. 4 все лишь забежали. Хороший контроль Димага демонстрирует. Все, сразу же при выходе начинает атаковать, биться. Но дрона нужно выводить новенького, чтобы третью заказать. Потому что здесь-то у параноида она почти готова. У него рабочих уже больше, у него лейер, у него мув пошел роучем в конце концов. У Димаги не... А, это у Димаги мув роучем пошел. Но здесь-то лейер тоже есть. Да, пошел мув, простите, я вообще что-то путаю. Но вот наличие третьей такой ранней может сейчас... плохо сказаться, на самом деле, на Димаге. Здесь хаты пока нет, да, Димага роуч пока добавляет, но может на дистанс майнинг рабов было бы лучше добавить, не знаю. Пока решил Дима этого не делать всего. Здорово, Ромжик. Улетает оверсир. Здесь Димага одного овера сбил. Крип. Крипа много у Димаги. Ну, блин, это же ЗВЗ, это не ЗВТ, не ЗВП. Тут крип так сильно решать не будет, ведь оппонент твой тоже по нему будет бегать. Он решает, разве что когда оппонент мутку играет. Здесь никакой мутки нет. Но Димаги, посмотрите, у него меньше на рабочих на 9 штук, но... его больше лимит сейчас был. Ну, параноид тоже до заказа делает, и по лимиту. Опять же, вперед вырывается. Димаг тем временем пробил камни. Будет к четвертой базе, судя по всему, выходить. Нужно раскачать немножечко побольше третью. Вот он, Димага, то ли переводит, то ли это до заказ был рабов, скорее всего, до заказ. Ну и по рабам приближается к параноиду. Лимиты практически равные, то есть это просто параноид не заказывался, вот в чем там было дело. Да, Ромжик видел, что хэпич сетки, к нему тоже попробую. Ну, когда там более-менее что-то серьезное будет, но помните, что это Go for SK, и если тут меня как-то это пропалят, могу я никуда не попадать вообще в итоге. Ну, пока чисто тут на абордаж беру за счет своих связей, короче, все по блату. Кто в друзьях есть,
за счет того и получается. Так, Диман кастует по оверам реводжерами, но тут они с мувом и параноид дропаться начинают, обратите внимание. Так, 162 по лимиту. У параноида подземный мув, это очень опасно для димаги. Ему обязательно нужно спорки добавлять в минеральных линиях. Иначе эти дропанные роучи будут очень сильно напрягать его. И еще и лоб параноид будет напрягать. У него, между прочим, есть макрохата на третьей базе, в отличие от димаги, у которого макрохата отсутствует. В принципе. Ну, димага все больше настроил почему-то сейчас. Дропчик на мейн прилетает. Так, а подземный мув готов? Да, вроде готов. Да, готов. Смотрите, грейдов у параноида и грейдов у димаги. Ну, пока димага, в принципе, неплохо себя чувствует. Будет ли после плюс 2 делать армор, сразу непонятно. Здесь вот заказано очень правильно. Это все сделано было. У димаги ни хрена не заказано пока. Это очень неправильно. Ну, параноида армор делать. То есть он как-то на перспективу больше смотрит. Хотя, казалось бы, что тут такого-то вообще. Закажи грейд. Все равно видно, что быстро так не продавить будет. Хотя 199 на 180 и димага вперед идет. Сейчас реводжеров, ну, очень много у него. А реводжеры могут основной замес решить. Почему? Потому что несколько фаерболов могут изменить все. Так, вошли фаерболы как раз таки эти. По паре роучи попадают. И вообще попадает много фаерболов димага, я смотрю сейчас. И еще попадет обязательно. Хотя нет, здесь не очень попал. А сам не уворачивается реводжерами, что печально. Но димага дает. Знаете, насколько лимита больше? 200 на 130. Димага тупо в лоб параноида свалил. Ну, параноида просто минус мораль против димаги. Наверное, он с первого Старкрафта такой игрок. Он во второй так больше по фан играет, как мне кажется. Ну что ж, молодец, димага. Идет далее. Смотрим сетку, что у нас происходит. Так, Хэппи Мистер Киллос будет сейчас играть. Может, к Хэппи еще ворваться может. Димаги еще ждать оппонента. Хэпич когда? Играть будет непонятно, пока АФ кашится. Крит бомбит. Так, все здоровья пока, ну, получше. Такое ощущение складывается. Сегодня не планируется таких дико долгих стримов, как вчера. Вчера я в час начал, а закончил в 4 ночи, то есть 15 часов. Я да только сегодня сейчас это понял. Стрим был в таком состоянии. Как рекордные 15 года на Близконе 2 по 15 часов были тоже, больше не было. Так, о, Хэпичу спасибо, зовет вообще меня сам. Ну что, все готовы, поехали. Здоровается Скилос. Ну что, просто на тиран, как мы на голову войска, так как удачно я ворвался прям, да, так сразу прямо как по маслу все пошло. Тут все и димага, тут все и хэпич. И все, что надо. Goddess Winds. Это баг интерфейса этого. Я не знаю, надо новую версию найти, на самом деле. Наверняка уже есть.
Здесь, наверное, тоже был один, дайте-ка я посмотрю-ка. По-моему, на с 1/4 у нас на Гуфу из Кабу-3 начинается. Режим готов. Насколько мне память позволяет вспомнить это. ГСМ готов. Так, у Стрэнджа оппонент появился, Овикс, ну там ПВПшка, по-моему. Ключ правильную пару выбрал. У Хэпича по сетке... А, нет, Хэпич в нижнюю сетку идет. Хэпич снут по сетке, если будет, то еще не скоро пока. Сначала у него будет он идти к нижней сетке в четвертом туре, как раз с ним Стрэндж может играть. Тут еще Ханфи есть такой зерк немецкий, может быть, он что-то сможет там. Неплохой зерк. Блай где-то сверху расположился. Все равно интересно будет в любом случае. Так, ну что, пробщик проезжает к Хэпичу сейчас. Депошка не закрыта была, судя по всему, либо это еще не заказано было. Я, честно говоря, не пропустил этот момент, пока на чатик отвлекся и на просматривание сетки, потому что сетка этот обновляется постоянно, нужно смотреть, какие пары в будущем бы посмотреть, куда бы заскочить, но помните, что до конца-то я... Ну, хотя посмотрим, сколько здесь все идти будет. Ну, конечно же, больше, чем 2 часа. Просто через 2 часа Nation Wars начнется, я буду его стримить, так что, если захотите, GoFSK наши, если туда-туда пройдут, а я уверен, что пройдут. Очень много наших здесь придется смотреть другие стримы. Так, почему Титан не играет? Не знаю, почему не играет Титан. Может, играет, может, турниры просто не играет, не знаю. Может, чисто ладер катает. Призовые он бзик написал. Дим, привет. Кто такие IPA и Арктур? Я давно видел, например, Арктура. Я давно уже в сетках наблюдаю. Наверное, ну, год не год, но больше полгода точно. А может быть, даже и год. А то даже и больше, может, чем год. Сложно сказать. Соврать не хочу. Ну, уже давненько я его, еще летом точно видел. Ну что, здесь у нас Скиллос начинает Нексус добывать. Пожалуйста, Скиллос тоже интересный игрок. Неплохой, насколько я помню. Посмотрим, что с Хэпичем сможет показать, конечно. Два адептика есть на мэне, твайлайтик пошел. Парабан впереди пока. Здесь у нас выход лава идет, причем... Так, у Хэпчик это билд как будто новый, не? А, не, ну, передропчик. Передропчик очень интересный, Мазеркор может быть под ударом, Уверчаш выставлен, но нужно уводить Мазеркор, иначе Марики его могут убить. Марики вроде как не убили. Но, смотрите, Хэппи находит место между двумя пилонами, где можно похарасить, прикрываясь минкой от адептов, просто начинает разводить своего оппонента. И здесь находится, смотрите, место... Ну, это Хэпич, это Император, что я могу сказать. Смотрите, между двумя пилонами. Вот одного рейндж, вот другого. Вот это место просто, где можно стоять. Ну, а если можно стоять, значит, будем стоять здесь. Скан минус опс. Великолепная игра просто со стороны Хэппи. Так, залп по адептам. Нужно улететь сейчас. Улетает Хэпич вниз. Мазеркор отвлек, вот тебе, пожалуйста, один дроп, а какие проблемы, просто невероятные у Протоса. Потери, посмотрите, причем пробок 8 погибло. Ну, пока Протос на 5 впереди, но самое главное, что Тирант потерял только 2 Марика и Минку на данный момент, можно и улететь отсюда.
Я же говорю, что видел их. Арктура, по крайней мере, давно видел. IPA. Так, давно как Арктура я не видел, но тоже видел. Но кто это именно, я, ну, лично не знаком, как бы. Ну что, улетает Хэппи. Ребят, третья ЦЦшка. Помню, что задержка 2 минуты. Так, а минка-то что здесь? А, это второй медивак прилетел и одну тупую минку сюда привез. Похоже на то. Обсерер возвращается. Возвращаются медиваки домой. Привет всем, ребят. Севан Икс Гон. Слишком много я не буду говорить. Сегодня тоже. Ну, пока еще силы есть. Вроде как получше самочувствие, но пока еще печальнее, конечно, очень. К дню рождения бы поправиться, и то хорошо. Мне так кажется, пока вот по... Так как это поганенькая болезнь. Долгая. Я даже чувствую это. Что, 4 адепта к Хэпчу прилетело. Проблема. Определенно проблема. Ну, адептов нет скорости атаки у этих, поэтому не уверен я, что туда немного нахарафит. Была бы скорость атаки, вот тут вообще с такой готовностью хэпища можно было бы развалить его. Так, здесь фокус мародеров идет. Одни марики остались, но блинка еще нет, в общем, проблема. Минус опс, пробки минус. Еще боится-то пробс. Кусил бы мариков, хотя нет, там 5 сталкеров по удоху. Ни хрен бы он все там откусил, ничего там не откусил, точнее, я даже вон так скажу. Адепты прохарасили. Адепты, кстати, не слабо прохарасили, но все погибли. Здесь что-то контроля просто не хватает. Сталкеры где-то снизу. В итоге по рабам тоже проблемы начинаются. Ну, 12, кстати, убил хэппи рабов. У нас просто. Ну, вот не надо с хэппищем так рабочих водить. Он будет их тупо вкусить. Он не будет смотреть на них. И через атаку его войска не будут просто стрелять по сталкерам. Он будет рабочих убивать. И, конечно же, по рабам сравнялись практически. И 3 в 3 базы. У тирана мулы. Так, ребят, прошу прощения, отвлекся на какой-то придурок. Ладно, раз кинь в чат-то свою ссылку, кто-нибудь увидит, зайдет, я там удалю, ладно. Кот флудишь-то в конфу написал, что человек не прав немножко. Так, приходят мародеры марики. Саундберт, спасибо тебе. Пробивает хэппи камни, скилла скопится на третьей базе своей, блин, вот здесь меньше таких эпизодов будет, что откликаться придется. Имморталы врубили поля, можно их фокусить, теперь все, хэппи сейчас фокусил всех имморталов. Но оверчажи, правда, есть, и сталкеров достаточно много, не получается взять так вот просто задавить спроса. Нужно отходить, скилла отходит назад, мазеркор лучше не терять, оверчажи еще могут помочь. Куда-то пошел просто там ловить прям. Плюс один там, плюс один здесь. Армор у Хэппи доделает. Скоро здесь тоже армор делается. У рабам 61-57. В пользу Протоса на данный момент. Но даже газ на третьей базе не был поставлен. У Хэппи вот уже везде все добывается. По технологиям Хэппичка же впереди. И сейчас 2-2 у него пойдет. И либератором атака. И либераторов уже достаточно много. Mm.
Так, плюс еще адепты. Приходит просто кушать, что ли, собирается? Похоже на то, ну куда тут кушать-то? Да, не, это плохая идея, если так прям собирается ворваться, Скиллос. А он собирается прям так ворваться, либераторов-то нечем убить, вот в чем проблема. Адепты перераскладывают хэппи либераторов. Адепты куда-то там на мейн пошли, хэппи не закрывает почему-то рампу свою. Непонятно почему. Так, ГГ Скиллос пишет, не получилось варпануть, призма погибла. Ну, это печальный расклад. Ну, какая-то странная атака, ресурсы есть, можно продолжать играть. Ну, вот я сам понимаю Скиллоса сейчас, потому что я, ну, я как бы слабее играю, естественно, сейчас, но у меня с тираном постоянно проблема. Вот на лейт выйдет, когда там вот эти начинают дропы, либераторы, то есть и нету какого-то микса у просто такого, как, я не знаю, раньше колосса сталкеров тупую, которые... Ну, надежно достаточно там при обороне. Колоссы сейчас слабые. Дестабилизаторами попробуй везде расконтроль, попади. Ну что, будем искать, куда ворваться далее. Так, Изи проиграл, Акверону, Димага параной. Тут Димага, кстати, против Соула, возможно, будет играть интересного польского тирана дальше. А тираны... Так, а Хэппи что ожидает у нас, интересно? А, у Хэппича оппонент есть дальше. Ну так давайте ворвемся тогда. Так. Молочка с медом надо попить. Так, я просто тоже хэп еще не видел в сетке, может, простите, репчика. Я подумал, может, я что-то затупил и где-то не увидел. Говорит, репчик что только пришел, откуда, интересно? Нашел где-то еще игру, видимо, Ревчик. Ну, а я, пожалуй, подожду. Главное, чтобы Уинзей на этого не пригорала. Слава богу, этого не происходит. Поехали. Извините за то, что слышно, как я пью молоко. Почему штормов нельзя сразу считать, что контра и Мариком, и Либератором? Как-то ты быстро так вот перекинул. И Мариком, и Либератором. Ладно, там и Мариком, и Мародером, и Мариком, и Либератором, и Батлкрузером, и Планетарком, и всему так. Вот. Ну, а если серьезно, то... как ты хочешь контрить штормом Либераторов, особенно если он крейт сделает, и раскладка будет с 7 ренжа. И убивает он с одного пиу.
при штурмовика. Очень мне интересно. Поначалу, ладно, если они в куче скопились, там и рейндж грейд не сделан, там можно их закидать. Шторм, как бы, он полезен, в любом случае, спора нет, но... Тут на лейте у Протосса надо что-то тут в темпе с тобой выходить, то есть без таких... Чем лотов. Ну, кстати, этим лотов и интереснее, что чисто землей уже как-то вот тяжело. Тут надо что-то уже старгитовое добавлять, там, я не знаю, оракулов, ревелейшн постоянно кидать, темпестов там. Да и карьеров, учитывая, что либераторов сейчас любят тираны, можно добавлять против викингов карьеры, конечно, печальные очень, особенно сейчас, когда им еще и хп подрезали. Но с другой стороны, можно прилететь карьерами, мух выпустить и телепортнуться домой, то есть такое сейчас есть действие. И еще лот впереди, все. Так, привет, Яндек. Да, Ромжик обратил внимание на сетку, что так может быть. Выспался. Да, выспался вроде сегодня более-менее. И так дико горло, как вчера ночью, не болело. Но все равно пока еще. Ну и стал бодрее, то есть уже такой как бы чистый. Оп, уже встать хотелось. Вчера лежал и даже вставать никуда не хотел. Даже уже хотел положить хрен на этот турнир. 13.00, но все-таки встал. Сегодня уже хотелось стать самому. Это хороший и признак, я считаю. Завершена. Ну, ладно, берем паузу в молочке. Давайте игру смотреть. Чуть маленько осталось. Фу. Спотеть можно. Чарликом сегодня погулял. Снежок у нас выпал. Блин, вообще кайфово. Чарлик так любит снег, когда особенно первый он просто, ну, у него столько энергии появляется. Он сам бегает, как бы вот даже не надо его там, типа от него убегаешь там или что-то такое действие делать, подзывать там. Он сам носится чисто на максимуме практически. Прикольно было, вышел так, прошлись. Снега порядочно выпало. Холодание. По прогнозу было потепление, но вот как снег идет, всегда потепление. Обычно редко, когда снег при минусе большом идет, но иногда и такое бывает. Вот. И опять похолодание сейчас будет. Ну что, пришел Хэппич, покидал гранатку, подхарасил немножко. Здесь факта Старпорт, две орбиталочки. Два уже Гелиона здесь. Хэппи, смотрите, реактор прям активно закидывает гранатами. Ну, что-то марики тут встали очень хорошо. Что-то если бы их вижен был на хайграунд. Куш торма, 9 ренжа. Ты пошутил, походу. Точно, ты точно не помнишь. Но я тебе скажу 100%, что не 9. Я думаю, 7-8. Это когда-то даже, по-моему, опускали или фидбэк опускали. Не уверен. Сколько бы ренжа там не было, суть не в этом. То, что шторм действует по группе юнитов, а не по стационарному какому-то одному. Там. Это неэффективно против него. Темпеста, да, против эффективно. Кросс JD. Сварм-хостам сложно сказать вообще. Про сварм-хостов не могу ничего в Лотве сказать. Их вообще вот ни разу. Если в ходе уже новым сварм-хостам, тот же Рок, например, кореец из GNR, применение находил, причем очень крутое, не бесполезное и не так понтануться, а именно убивал ими протосов там и так далее. И с тиранами иногда даже применял, то... Вот я ни разу пока не видел, даже не знаю, куда их применить-то. Хотя я думаю, что найдут, потому что в Лотве ресурсов-то все-таки поменьше, а сварм-хосты хоть и медленно, но плодят вот юнитов бесплатных. Может быть, когда-то в будущем, в каких-нибудь затяжных играх, не знаю, мы их увидим, не знаю, сложно сказать. Видите, интересный какой выход пошел, еще и с КСМ-кой.
А, КСМ-ка на вычинке Геленчика. Вот попутала, подумает КСМ-ка. Приехала в атаку за Гелионом, а там беда какая-то. Здесь танки выводятся у Инзейна. Заходит Кэпич. Непонятно, что он делает, чисто для меня. Убил викинга. Как элегантно ушел Кэпич, а? От провала, я бы сказал бы просто. Ну, что тут можно сказать? Кэпич. А тут как раз-таки провал намечался всей этой, всего этого врыва. У нас не метель, вот сейчас я вижу, кончился светло. Но всю ночь, походу, и полдня шел. Да может еще пойдет, не знаю. Плюс 2 барака, 5 бараков. Хэппи сейчас заработает. На золото уже ЦЦшка перелетела, а это уже очень важно. Бат4 подчеркивание поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Новогодние праздники с ПАМИ. Заменим вредный алкоголь на полезное молоко с медом. Спасибо, Батчер. Ну, надеюсь, если будете менять на все, что угодно на молоко с медом, то не по той причине, что у меня. Поэтому всем здоровья в новом году я желаю. С Новым годом всех еще раз, ребят. Ну что, спускается Инзейн вниз. Кэпич это прекрасно видит, уходит. Но потерял, черт побери, циклончика. Ну вот он медленно уходил, его сплэшем, по-моему, даже убило. Об Марика, от Марика. Бункер демонтируется, на золото Инзейн вылетает. Но у Инзейна нету орбиталки, у Кэпича есть. Кэпич уже золото добывает, активно причем. По грейдам. Хэппи позже плюс один, это не очень хорошо. Но у Хэппи стимпак щиты, зато посмотрите, в отличие от его оппонента, у которого... Не понял, а у него уже есть, что ли? Да, у него уже есть стим. Но щитов, по крайней мере, нету. На мейн врыв от Хэппи идет. Танк пытается подрезать. Еще почему бы в медивак не забрать было танк Инзейну? Но он, видимо, не понял этого момента, не законтролил. Подвел немножко его контролю. По лимиту то вперед вырвался оппонент Хэпчи. Первые грейды начинают появляться. Там армор пошел. Хэппи пока еще делается. Плюс один, но по лимиту Хэпчи проседает, между прочим. Еще боевой вообще не указывается, я чуть не понял. Как странно этот интерфейс работает. Спасибо, ребят, всем еще раз за поддержку. Я понял, да я одну игру играл, я, может, кто помнит, ФП Гуру как-то выиграл, он начал прикалываться. Ну, там чисто прикол, понимаешь, что я слабоват сейчас, как бы, поэтому так сыграл. На карте Ульрена это было, с Вармхостом решил поиграть, но что-то я бегал, выигрывал, и потом, да, усилен. Ну что, Инзейн Кэпи еще блочит, обратите внимание, сейчас Кэпи еще, для Кэпи еще ГУФСК там может закончиться. Обратите внимание, только чудо-контроль какой-то Кэпи получается выгнать оппонента с этого, с этих гор. А Инзейн-то силен. Смотрите, АПМ какой, 347-50, вообще одинаковый почти у Кэпи с Инзейном АПМчик-то. По грейдам. Хэппи только плюс один, здесь сейчас 1-1 будет. И щиты сейчас доделаются. Были бы щиты, уже бы у Инзейна он вообще мог развалить бы, мне кажется. Но пока, конечно, еще не вечер. Хэппи танки оппонента отгоняет. Сейчас у Инзейна щиты доделаются. Нужно Хэппи еще немножко под свои танки. Отойти куда ж ты, Мариков, столько насливал, Хэппи? Что ж ты творишь-то? Инзейн вперед поломился. Здесь есть пару Мариков. У Хэппи еще два танка выезжает. КСМ-ки Хэппи вынужден вперед брать. Но, так, ну Инзейн здесь, кстати, наотдавался. Чудом сейчас Хэппи просто... Инзейн тоже слишком вперед попер. Ну куда Хэппи пер на этот танк вперед так сильно? Прям не понимаю я, если честно, его. Здесь вычинить надо прям минеральную линию, тем более привез. Вот сюда одну КСМ, путь shift назад на минерал. И вот этот вычинить тоже. Так, здесь Хэппи видит, какая активная игра идет, а? Танки все-таки выгоняет оппонента Хэппи. Инзейн не вовремя прирост, подтягивает сюда, как-то наотдавался на ровном месте просто. Посмотрите, и Хэппи в итоге заполучает преимущество. Контроль просто великолепнейший. Видит все Хэппи, только благодаря контролю сейчас вытягивает. Реально, только благодаря контролю.
Потери меньше, чем у Инзейна, но не намного. Люх, еще раз здорово. Удачи. Ладно, это всегда. Так, а зачем он здесь планетарку поставил? Очень странное решение. Планетарку на золоте Инзейн поставил. Почему? Хэппи орбиталка. Кстати, это экономику в плюс Хэппи выводит. Хэппи армори доделась. И вот Инзейн на 1-1 грейдах был. Кстати, Хэппи просканил, увидел, что оппонент его на мейн летит к нему же. Ну, здесь туречка есть. Инзейн одну эту туречку испугался. Хэппи готов встречать. Встречает. У грейда Марики слабее Хэппи, но здесь лимиты Инзейна как-то меньше, и Хэппи развалил сейчас, что самое интересное. И четвертую сцешку-то, блин, как переломил игру. Просто волевая такая, волевой контроль, я не знаю, как это еще назвать-то вот здесь вот, что происходило до этого. Ну что, 2-1 делаются, по грейдам Хэппи вперед вырвется, вот уже все и не так плохо, как было до этого становится. ЦЦшка не вычинена на острие удара, пол хп у нее, вот это, мне кажется, опасно так оставлять всегда, причем это опасно. Медиваков не хватает хэппи, даже чтобы все танки свои взять. Кстати, танк 10 хэппи в 2 оппонента, вот это сейчас, скорее всего, и будет решать. Причем хэппи, у хэппи 2 факты, у оппонента одна всего. Ну что же. Ну, в лотве 2 факты как-то... И в ходе их, конечно, строили 2, и даже 3 иногда, но лотвы-то обязаны быть, учитывая роль танков в ТВТ, которые сверхмобильные теперь стали просто. Приходит Хэппич, танков ну очень много. Но планетарка сейчас спасает Инзейна немножко, конечно. Нужно танк отфокусить оппонента. Танк отфокусил. Здесь очень много хэппича. Танк переводит еще ближе. Нужно позицию занимать. Позицию занимает. Проблемы гигантские. Здесь контрдроп полетел. Причем очень большой контрдроп, я вам скажу. Так, будет хэппич. Фокусить КСМ. Пока не фокусит. Здесь ЦЦшку зачем Инсейн на трех мариках отдает, для меня загадка. А он ее не отменил. Ну, ё-моё. Но зато, посмотрите, какой контрдроп к Хэппичу на мейн прилетает. Но у Хэппича есть здесь рядом танк, есть мариков немножечко. А здесь марики отсутствуют, простите, танки отсутствуют, здесь только марики у Инзейна. Это уже для него очень плохо, так как вместе с танками Хэппи здесь понемножечку да вытеснит этот дроп отсюда. Что же, красавец, красавец Хэппич, очень мне нравится, когда такие игры выигрываются так, прямо вот именно это деморализует оппонента, когда, казалось бы, ты уже все прихлопнул гада как муху, но нет, оказался живуч, живуч. Да все, я как бы заувалированно хвалил, не сработало. Если бы чисто откровенно хвалил бы, то другое дело. Strange Hanfi, кстати, начали играть, мне интересно. Где же Strange? Блин, 6 минут уже играют, судя по всему, начали. Верхнюю часть сетки проверяют. Димага Соул, Димага Соул, где это Димага? 2 минуты, блин. Че, сразу-то не обратил внимания. Ну ладно, ждем тогда. Блин, самое главное, что GoFSK почти никто не стримит. Максимальный стрим 213 зрителей. Меня все равно не пускают, как бы ни хрена.
обычный, ну то есть пока что такого нету. Кстати, тут на одном из стримов, кстати, дайте кассетку гляну я. One Vision небольшой. Although I have to say, Jaffa cakes were really weird for me. When I was younger, I really didn't like Jaffa cakes. Then as I got older, I started to appreciate them. Wow, Jaffa cakes, that's something I haven't even heard of. А, все вижу, понял, персонал. Ну, это какой-то слабенький проц, наверное, против Тиранвика. Весело смотрится на буржуйских стримах. Большой босс, никнейм по-русски. Так. I'm not saying Protoss has no other option but to 2 gate on Grand Terraces. I'm just saying that it's generally a very good map to one base all in on because the Zerg tends to go very greedy on that gold base. It can be more difficult to defend than usual. And it's definitely a way to punish them on a map that is very strong generally for Zerg players. So there's definitely other things you can do, but it is sometimes hard. If they go kind of double gold base, then it can be very difficult to actually так, все, в сторону все отодвигаю. Молоко и т.д. и т.д. It'll take that cyclone down very quickly, and Revelation will be dropped on those marines, keeping an idea of where that next set of anti-air is going to be at all. Стулья начать продавать. Его пускают, что я не уверен. Наверное, минков газ. Мне кажется, пускают на Твиче его, как бы. Тут просто там дело в Твиче. Как мне кажется. Хотя я тоже не уверен в этом, если честно. Тиранвик прилетел тут, надропал, наубивал. Минка сейчас еще раз стрельнет, закадешится, скорее всего. Ой, по Фениксу как дало, плотненько, но Феникс жив до сих пор. Ну что, Смут ждет оппонента, Хэппи ждет тоже оппонента. Ты сейчас... Хэппи Стрэндж будет, посмотрим, например, ну Стрэнджу нужно выиграть еще зерга немецкого, вот, тут, тогда далее победитель со Снутом будет играть, это уже совсем интересно становится. Это меня радует, что Гоу Фойс как-то быстро идет. Час всего прошел, а так достаточно далеко все продвинулось, ну потому что Боу один в начале. А со Снутом уже что? Со Снутом тоже Боу один еще будет. Ну что же. Бо-1 так Бо-1. Sides of the map. Stim combat shields and custom shells and +1 against the resonating glaives and +1 for Protoss play as well. Some extra gates being added on. He's really starting to ramp up that production.
It was just the third Nexus, Twilight the Robo as well, all off of the one gateway here, and then a big wave of gateway production to help out in the future, as you see. Big push coming in from our Terran player. So these Stargate units across the other side of the map are going to start doing some damage. Ну что, тут Тиранвик вперед идет. Так, Стимпак сейчас будет готов. Так, вилды неплохие, конечно, пилоны очень много дэмэджа наносят, но мариков, смотрите, сколько много. Оракулы падают, адептики падают, марики разваливают очень неплохо. Но все равно продавить не получается пока. Контроль от Тиранвика замечательный. Блин, Тиранвик молодец, но продавить пока не получается. Фениксы затупил, против фениксов оставил, кстати, 3 на ровном месте феникса минус. Просто за ошибку Тиранвик наказывает. Да я в курсе про Твич. Зерг там не нафиг. Ну, Зерга типа рестрим. И есть и на Твиче, есть не на Твиче. Ну, не суть, как бы. Ну что, Тиранвик задавил. Причем в хлам задавил. Видите, как он жестко давит. Так, еще залп по адептам, минки копаются. Две минки успел сбрить сейчас с проц. Ходит Тиранвик чуть назад. Минки в вижен фотонки попали, минус минки. Но тут уже либератор, правда, прилетает. И... А вот с либератором-то делать вообще нечего уже. Второго либератора криво разложил. Вот нафиг второго так криво раскладывал, я чуть не понял. Феникс прилетает, минки копаются. По земле мародеры разваливают, марики подходят. Уже фениксов убирать, иначе либератор погибнет. Ну, под либератор заходят адепты. Как он им раздает этот либератор? Это жесть просто какая-то. 120 на 80 уже. И Тиранвик великолепно просто стиле берет и в лоб продавливает Протоса. Хотя не, пока еще он ни хрена не продавливает. Медивака все меньше и меньше что-то. Так, марики там еле-еле бьются. Смотрите, вот только я похвалил, и сразу же отдача поперла. Сразу взял, отдался. Адептов вар большой. Персонал какой-то, живучий персонал попался. There's been an exciting few minutes there. That was like 2 minutes of constant fighting as we see a fourth base coming down now for Jungle King. +2/+2 is on the way for him. More liberated production on the way as he has took a little bit of time to replace the medivacs which he lost previously. Supplies a lot closer than they were during the fight. As we see a fourth base stop for Crossbow to the left hand side. And seeming to be very confident now on the map, going to move out here. And well, not very much anti-air once again. These are deaths if they shade on top of this army. Так, адептики тут на центре, где движуха начинается. Два два у Тиранвика. У меня Twitch работает, если что. Это плохо. Ладно, пусть работает. Я просто предыдущие игры. Это в игре был, в принципе. Stages of the game so that they can build up to their late game army with the Liberators, which is generally
Четвертой базе Тирановик приходит. Офигеть, персонал. У него чисто масса адепты. Одни адепты. Вообще ничего больше нету. А не, есть 4 сталкера и СНТ немножечко. Ну что, готовы адепты развалить все или нет? Мне вот интересно. Ну что-то 140 на 100 лимитов в пользу Тирана. И адепты что-то не готовы все развалить. Тирановик вроде забревает в итоге. На каких-то чудесах. Напряженная такая игра получилась. Четвертая база падает, мульчик полетел. Тирановик в своем стиле мулы кидает. Айпи, это мелкий кау. Молодец. Что-то там написал швед. Ну, приятно, когда пригорает, как вы знаете, у оппонента всегда. Ну что, хэппи ждет пока. Так. Сеточку пока обновляю, ребят. Ничего не жду, жду. А вот Стрэндж против Хэппища. Так, Хэп еще отписал. Я понял, что он написал. Он еще написал почему-то типичный русский, как бы, ну, причем здесь типичный русский. Ну, буржуев бывает, пригорает, когда их просто, ну, какие-то недоразвитые русские просто пялят в StarCraft. У них очень сильно горит иногда.
Все ждем, пока Хэп еще дуплится. Снуд против Зерваса бьется. Сейчас посмотрим. Зервас такой тоже давно я увидел. Опасный товарищ. Крепич со Стрэнджем будет. Димага с Соулом не доиграли пока. Тиран Вик. Что у нас Тиран Вик? С сенсеем. У него там долгая какая-то часть сетки очень. Что-то Хэппич завкашился. Не знаю, что. Релио, что значит 15.01.86, ты можешь зайти в аккаунт и понять в мой, что это такое. Так. Вул подчеркивание топ поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Привет, помоги мне, нужно 600 рублей на карту Сбербанка. Можно я тебе 900 рублей на ППЛ или донат на ГГ плюну, а ты мне 600 на карту? Так. Здорово, Альтея. Да все в порядке вроде. Вул топ. Спасибо тебе. ППЛ это PayPal, что ли? Ну, не, можно, конечно. Только как бы я не знаю, насколько тебе к спеху это все. Просто сейчас мне некогда это делать. Вот. Thank you.
Тиран Вик против Сенсея. Тиран Вик против Сенсея замечательно. Так, Хэппи говорит, что мы не мог зарефорсить. Димага проиграл, я помнил. Да не, какие сервиски, какие еще? Конечно же, при таких раскладах, пока я не буду видеть 900 рублей или сколько там, я ничего делать-то и не буду. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Народ у нас не так уж быстро скапливается сегодня. Странно прямо даже. Нет, это не ребенок там кашляет. Так. Большой босс против Бассера играть будет. Ну что, кстати, где у нас большой босс-то? Хэппи не может зарепортить. Снуд Зервасу проиграл, вот это да. Я не знаю, ждать Хэппи или к большому боссу идти. Вообще без понятия. Ну что? Так, инвайт от Тиран Вика. Так, Тиран Вика вижу, сейчас буду врываться к нему. Поехали. С
стримеров набежало. Уже до Nation War 36 минут остается. Ну, можно будет пару минут затянуть, там, наверное, минут 15-20, потому что там флут будет всякий. Завершено. Ну что, реперочек строится. Бастер, кстати, тиран. Я подзабыл про это. Так, здесь факта. Риперки, гелиончики, судя по всему, от тиран Вика будут. Ну что, медивак строится здесь. Кстати, то же самое фактически. Тиран Викрипера потерял одного. Кстати, совершенно одинаково. Все, Рипера Гелиона, медивак против Рипера Гелиона, медивак. Но из-за потерянного Рипера у Тиран Вика-то поменьше в итоге юнитов. Плохо так басил, тиран Вика начал прессовать. Так, здесь Рейвен строится. Не знаю, почему именно Рейвен. У тиран Вика очень большие проблемы, я вам скажу. В этой игре. ДПшка падает, вычинить не успел. Supply блок пренеприятнейший, между прочим. Supply блок заходит на high ground and басил. КСМки у тиран Вика гибнут. Тут все. Это все следствие потери одного буквально рипера, ребят. Что самое интересное, это здесь гранатки раскиданы во все направления. 25-29, по-моему, 24-29. Курабам приходит. Циклон. Скан минус медивак. Ну что ж, хорошо, хоть медивак сбил тиран Вика, то приятно.
Орбиталка начала морфиться, но на хай-граунде. Здесь на лу-граунде база. Как так? Здорово, Лестер. Тебя с Новым годом. Да, что-то кашель понемножечку начал появляться. Да, обычно просто болезнь в кашель. Горло превращается понемножку. Главное, чтобы не в дико жесткий какой-то. Цешка перелетает. Здесь у нас танк. Циклон тоже есть. Чуть циклон строится. Третий уже цешка у бассера. Банша летит вперед. Какой-то интереснейший выход с Ревеном идет прямо. Вот банша сейчас залетит, и у Тиран Викович большие проблемы будут. У него ни одного юнита контрящего баншу на мейне не остается. Вообще ни одного. Зашел криво. Отдал Гелиона, чуть не отдал циклона. Здесь уже танк и два циклона. Вот это, в этой игре все очень плохо. У Тиран Вика, я не знаю, если он сейчас что-то не предпримет, у него будет вообще все печально на самом деле. Еще и викинги есть. 56-68, 28-40 по рабам. Банша на мейн прилетает. Ой, здесь все какое демеджи, на это же жесть какая, ё-моё. Как здесь КСМ-ки будут падать с космической скоростью просто? Это еще не фокусил демедженных КСМ-ок у нас, польский тиран, так бы вообще бы развалил бы. Пока по боевому лимиту одинаково, там стимпак уже пошел. Здесь тоже стимпак сейчас пойдет, но шансы, конечно, сохраняются еще, но минимальнейшие на самом деле. Что, загружается Тиран Вик, летит вперед. Считаю, что решение верное абсолютно. Кто это сканет? Бассер сканет. Не видит, где армия оппонента находится. Ну вот сейчас, я думаю, должен что-то он был понять. Хотя он стоит, смотрите, пассивно и ничего не делает вообще. Сейчас вот Тиран Вик прилетит, удачно дропнется. А вот если он сюда дропнется, по-любому будет удача. Потому что пока вот сюда зайдешь, пока что-то сделаешь, это ой-ой, сколько времени пройдет просто. Ну что, дроп попер. Хотя, честно говоря, что-то как-то и не дико прям все замечательно. Так получается, стимпак отменишь, ты вот же лаба работает. Ну что ж так медленно соображение-то приходит, ну ё-моё. Нет, дроп не ахти в итоге выходит. Я бы сказал, даже не очень дроп выходит. Стимпак, тут отмена стимпака даже и не пахнет. Потерял все в итоге на мейне у оппонента. А вот если бы просто прилетел, вот сюда бы дропнулся. Причем нужно было... Ну, хотя тут один танк был всего, что бы он сделал. Если бы было пару танков или три, вот сюда бы дропнулся. И вот пока вот сюда бы заходил на рампу, обходил в этих узких мустах, оппонент был вообще печально. И стим бы точно отменил бы. Здесь же золото начало добываться. Скорее всего, для Тиран Вика все в этой игре, потому что все наипечальнейшим образом обстоит сейчас. Знаете, вот вижен у Тиран Вика. А, он КСМ-очка на мейне у оппонента осталась. А не, это Марик даже. Прибегает, там КСМ-ку подбрил. Ну, дает. Пользователь Альт активировал премиум на ваш канал. Ну, а Бассер уже сюда пришел. Есть викинги, есть танки. Вижен пытается медиваками взять. Вижен так просто и не взять. 109.73. Загружается бассер. На мейн сейчас полетит, похоже. Да, летит на мейн. А вот этот дроп уже гораздо серьезнее будет на мейн, чем тиран. Журист поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. С Новым годом, пани. С Новым годом, чатик. Журист. Спасибо, юрист. Приятно очень. Тебя тоже с Новым годом.
чате с Новым годом, всех, кто на стриме с Новым годом. Всех с Новым годом, черт побери. 120 на 70, по лимиту 50 разница, здесь золото еще. Бассер сильный тиран, что я могу сказать. Смотрите, АПМ даже больше, чем у тиран Вика, и тоже молодой польский тиранчик. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Ну что, выход очередной идет с Либератором. Мариков уже продакшн высокий. Вторая факта ставится. Бараков 6 штук, но 2 без пристроек. Странное. А, да, 7 даже бараков. Здесь реакторы надо добавить. Еще единственное. Идет Бассер вперед. Я не понимаю, зачем и почему, но он... Но он Мариками все разбирает и так, на самом деле. У оппонента Мариков нет почти, посмотрите. Достаточно Мариков даже оказалось. Ну что же, с хорошим сплитом почему бы и нет, а сплит был действительно хороший. Ну что, Тиранвик прямо тут... Бассер очень четко сыграл. Разобрал. Хэппи 2 минуты как начал, ну ё-моё. Не знаю, к Happy Strange зашел ли кто-нибудь, но там был один, наверное. Поэтому жду, кто победит. Буду врываться дальше. Жаль, что туда ворваться не получилось. Так, там идет. Опа, нашел стрим, где Happy Strange показывает. Вот это царская тема. Ja, der Sieger aus dieser Partie wird gleich dann gegen Cerber spielen. Das können wir auch weiterhin casten. Also werdet ihr hier dran auch gleich ein Game im Anschluss haben. Ich bin der Meinung, das heißt wenig Downtime, was ein Glück. Richtig, und das nächste Spiel müsste dann sogar schon Best of 3 sein, wenn ich es richtig gesehen habe im Bracket. Ja, gucken wir mal. Das hier ist jetzt noch Best of 1. Und wir haben oben links gespawnt in Rot den Terraner. Es ist Happy. Yeah. Unten rechts gespawnt in Blau. Cascade. Strange. Wenigstens kommt das bei dir immer so schön mit reindrehen. Ich kann das nochmal üben. Mausrad gedrückt halten. Einfügen. Du, Happy Strange. Irgendwann kriege ich auch so eine tolle Funker-Starcraft-Drehung hin, ne? Ja, dann, und dann noch so schön mit diesem kleinen Zettelchen dran sozusagen. Sto Source по дефолту, походу, стоит здесь, как я понял. Ja, dafür musst du dir dann erstmal einen Praktikanten anschaffen, der dann irgendwie... Ja. Das wäre natürlich ultra. Ja, was sehen wir hier vom Protoss für ein Opening? Ein Gas-Gateway-Gesetz, ziemlich Standard. Wobei ich mich fragen würde, ob es nicht hier auf der Map sich ein Gateway-Expand anbieten würde. Also Gateway, Gas weglassen, dann expandieren. Ich glaube, das würde schon viel ausmachen auf der Karte. Ja, das denke ich auch. Also ich denke, ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn man das Ganze vielleicht mit Gas spielt, wäre die Möglichkeit, jetzt die Strange nicht nutzt, sogar gleich an die Gold zu gehen. Ich
Dadurch kann man natürlich, wie eben im Spiel angesprochen, auch mehr Mineralien generieren. Mit weniger Arbeitern, sprich eigentlich kosteneffizienter Mineralien generieren. Ja, was sehen wir hier bei Happy? Der hat seine Racks gebaut, der hat die technischen One-Man-Warbill spielen, vielleicht sogar einen Widowman-Drop. Wir sehen hier eine Probe, die hier so ein bisschen stresst und Factory wieder hin will. Allerdings Marine ist draußen, von daher ist da nicht mehr wirklich was mit Stressen möglich. Die Probe würde er sowieso verlieren, dadurch, dass die Wall dicht ist, deswegen kann man damit versuchen, noch ein bisschen Schaden wenigstens rauszuholen. Ja, man kann auch sehr schön sehen, das ist eigentlich normaler Standard auf dieser Map, dass Happy hier hinten auch schön an dieser kleinen Reaper-Treppe oder eben auch Blink-Treppe schön das Depot baut, damit er eben alles sieht, was von da hinten kommt. Drops, Blinks, etc. Ja, und wir sehen den Starport kommen und tatsächlich die Widowmine. Also Widowmine-Drop-Play hier von Happy. Gefällt mir sehr gut. Also Widowmines machen eigentlich... Все, ребят, все здесь. K327, привет, ребят. Вчера в 4 утра стрим кончился, в 4 ночи точнее. Длился 15 часов вчера, с 13.00 до 4. Я не ожидал, что так долго, но до конца я все-таки, несмотря на свое состояние, чисто до конца стриминг рубил. Чисто по-русски. Aber ich könnte mir vorstellen, so wie er es platziert und so wie er es oben in der Basis platziert, dass er auch nicht lang fackeln würde und sofort zur Gold fliegt. Also das wäre vielleicht auch noch eine Option. Ich bin ein sehr großer Fan von diesem Gold-Based-Play, weil es ja, Stranger nicht, du einfach dynamischer und schneller. Ja. So, Drop wird eingeladen auf dem Weg rüber zu Strange, der davon keine Ahnung hat. Ich meine, er hat einen 1-1-1 gesehen. Дропчик пошел от хэпища. 6 мариков Минка. Und ich glaube, der könnte wirklich gut einschlagen. Er hat Observer, na ja, gut, der Observer wird rechtzeitig fertig werden. Da stehen eben nur 3 Adepten und ich bin mir nicht sicher, ob die schnell genug eine Widowmine rausnehmen. Ah, jetzt kommt noch ein Stalker dazu, damit dürfte das reichen. Так, пролетает Минка на Main. Da kann er keinen Schaden machen. Oben in der Main Base ist der Mothership Core 2 Pylons. Da ist auch kein Schaden möglich hier. Photon Overcharge Kanone hier allzeit bereit. Ja, würde mein ausgeladen, Marines ausgeladen, würde mein gräbt sich ein, wird Ну что, закопать минку Хэппи не успел, да и обсервер был. Хорошо, Стрэндж отбивается, по лимиту все хорошо. Вижу, грейд на адептов пошел. А нет, отменил блинк, заказал в итоге. Fliegt nicht zur Goldbase, wie eigentlich angesprochen von dir, sondern er nimmt seine normale Ah, ich denke dadurch, durch den Widowmine-Drop hat er sich halt schon relativ stark delayed, deswegen hätte ich jetzt erwartet, dass da gleich das Goldbase-Play kommt, aber ja. Er entscheidet sich eben erstmal doch wirklich die safere Variante zu nehmen, indem er dann einfach auf die nahegelegene blaue Base geht. Ja, und wir sehen hier weitere Gateways kommen. Так, ну Хэппи тут на халяву, посмотрите, какие-то разводы делает. А что это было такое, еще не понял. Че Стрэндж-то не реагирует? Плюс 4 гейта, призма блинк делает, все это с блинком будет, агрессия. Ich denke, das wird ein starker Warp bis mein Harassment. Wobei ich da das Blink-Upgrade einfach nicht verstehe. Also ich würde gegen Terraner wirklich immer das Attack Speed Upgrade. Главное сейчас призму Стрэндж на самом деле не палить. Да, мне звук из игры вообще идет. Не слышно, что звук из игры у них, наверное, слишком убавлен. Das kann da gleich, denke ich mal, doch schon für ein bisschen Stress sorgen. Ich meine, Viking ist zur Stelle, ein Cyclone würde mir ehrlich gesagt besser gefallen. Einfach wegen dem Lock-On und das Warp-Prism ist direkt Ну что, выходку-то от Стрэндж там пошел. Da geht er jetzt auch über die Mitte, Happy scoutet das Ganze. Минус медивак на ровном месте Стрэндж подрезает. Von Strange hat er gut gemacht. Будет ли выход сейчас? Хороший вопрос. Да, выход пошел. И куда ты, Стрэндж, разделил? Ну, по-моему, что такое происходит-то? Ну,
Нечто с одной стороны централизованно зайти просто и не спалиться. Слышь, идет как-то странно. Минку подрезает. Да, варп еще идет адептиков. Нужно врываться адептиками сейчас на хайграунд. Сталкеры агрессивно под бункер блинкаются. Адепты на рампе юнитов сдерживают хэппи. Ну хорошо, тут Стрэндж, казалось бы, ворвался. По лимиту вроде в плюсе, но... На хайграунд тирана вот так вот взять и продавить со стимпаком. Хотя лимит Стрэндж на 20-ку больше. Это серьезное преимущество. Ну тут одна ошибка. На минку пришел, просто наломился и все, и беда. Призма есть, подсветка есть. Не знаю, почему Стрэндж на мейн не зашел сразу. Так, нет, звук сверх тикий слышно там из игры. Если погромче сделать. Да, слишком громко их будет слышно. Точек. Оставлю звук. Может, без звука совсем, это печально. Стрэндж золото занял. 131 на 102. Вообще у Стрэндж все замечательно пока. Так, на мэйне у Хэппи какая-то хрень. Покажите, что на мэйне-то. Хэппи делает выход сейчас на мэйн. Нам просто не показывают. В настройках у них не стоит, чтобы КСМ так, там и на мэйне, и на второй базе. Что за ужасные товарищи просто. Они вообще ничего не видят. Посмотрите, они показывают основную битву, где Стрэндж Хэппи в хлам, между прочим, развалил. А на мэйне еще и при этом всем тоже Стрэндж развалил Хэппи. Посмотрите, это разгром. Причем такое ощущение, что разные уровни игроки играют. На второй-то базе тоже там атакуют рабочих. Стрэндж. Разваливает Стрэндж все. Здесь адепты ЦЦшку почти убили. Бывает, что я могу сказать. Заходит Стрэндж уже на вторую базу. Адепты здесь. Все здесь, Хэппи пытается держаться пока, но он и долго ему осталось держаться. Филд один пошел, КСМу подходит, КСМу адепты разберут. ГГ, изи. Ну что, Стрэндж иногда может приятно удивить, что и говорить. Так, 17:47 уже скоро Nation Wars начнется. Димага соло прыгал, Бай пока побеждает. Стрэндж с Зервасом будет. Тиран Вик проиграл, но только Блай, возможно, вперед пойдет. Хотя посмотрим, Стрэндж тоже Зерваса. Стрэндж тоже Зерваса уверен, что может развалить. Ну тогда как раз Блай Гуру там будет в перспективе у Стрэнджа. Ждем.
Так, Стрэндж пока отсутствует, нужно зарепортить ему сейчас все. Вот остался только Стрэндж и Блай сейчас из наших. Хэппи, Теран Вик вылетели. Все, сверху там Соул, Апокалипс, ТВТ, финал. Чуть тиранов с перебором вообще. Так, тут еще второй. Есть там игроки, которые еще второй тур не отыграли. Сейчас, ребят, ну что-то. Жена звонит, сейчас я отвечу. Так, прошу прощения. Стрэндж подтвердил готовность меня заинвайтить. Nation Wars через 8 минут уже начнется, между прочим. Ну, туда мы и переключимся. Вот, о, Блай в полуфинал уже вышел, Гуру выиграл. Вот это Блай, молодец. Ну что, кто-то уже из наших, если Стрэндж выиграет в финале, может быть. Сеточка в темах дня есть, если что, на СК2ТВ в описании. Вот. Так, Стрэндж в игре. Ну что, ну пока, пока... А, это, кстати, уже будет 3 у Стрэнджа, получается, будет. Много людей сюда заходит. И револьвер в том числе. И шарик в том числе здесь валяется. Кто здесь шарик валяется в том числе, а?
здесь оба с Алисой вместе чалик. Ну ясно, команда шерстяная.
Так, ребят, простите, я что-то отвлекся. После разговора с женой, по ходу дела, это произошло. Я вырубил микрофон. Сейчас, через 2 минуты я вас буду. Вот. Что-то втыкаю с микрофоном. Давно такого не было. Плюс 2 гейта еще. Там гидроден у нас ставится у оппонента. Ну, нужно тогда, если третий ник собирается в стрендж раскачивать, нужно тогда газ добавлять, архонов побольше делать, как бы, и все будет замечательно. Понял, да, ребят, все. Скоро вернусь. Донатить не надо с сообщением, вижу все и так. Можно без сообщения о микрофоне. Оверчаш выставлен. Ченджлинга как пришибло. 30-то демеджами сразу. Ну ему все равно. Ему хоть 5, хоть 1, хоть 30. Здесь линк забежал. Минус линк. Третий Нексус начинает добываться. 61-65 по рабам. Реводжеры роучи здесь. Ну чарж-то уже есть. И зилки разорвут этих нахрен реводжи роуджеров. Если... Реводжи роуджеров, что я говорю? Реводжи роучи. Реводжера роучи. Минус ченджлинг. Что-то горло все равно не очень как себя чувствует. Пора газ стрэнджу добывать. Делается архива темплар. Ой, здесь смотрите, что творит Зерв-то. Зервас, между прочим, смута выиграл. Опасен паренек, опасен. Лучше не стоит плюс 2 отдавать атаку. Я как думаю. Так, Мазеркор Стрэндж тоже отдавать не надо, пожалуйста. Ну, кстати, Мазеркором выманил лишние касты. Зерк ошибку сделал, лучше в фажу кидал. Так, вижу. Все, ребят, не волнуйтесь, вы что? Уже 30-ка полетела. Все нормально. Все, я заметил, просто сразу не понял. Хорошо, что отписали. В следующий раз пишите, потому что я... Телефон уговорил, вот и не ворвался вовремя. Зелки везде довар. Оверчаржей на пилоны очень много. Вот сюда тоже можно поставить оверчарж. Филды новые пошли. Ой-ой, какие фаерболы. Стрэндж еле-еле успел выйти из-под фаерболов этих. Еле держится. 147-103 по лимиту. Еще фаерболы пошли, падают. И такое ощущение у меня, что Стрэндж все-таки лимита не хватает. Или хватает. Зелков новый довар. Пэмортл сейчас тоже выйдет новенький. Газа много, архонов нужно больше. Вот это всю шваль архона разрывает просто. Они как в вступительном ролике про лотов. Так, здесь у нас довар двух зелков идет. Гидра пытается поймать. Ну, зелками шут. А что они на муви-то бегают? Чаш не прыгают. 8 демеджа же чаш только сам наносит. Так, здесь архончик всего один. Иммортал спускается новенький вниз. Нужен варп. 1100 газа стрэнджик. Ну где же архонов-то побольше-то? Ну ёма. Гейтов 8 штук, 4 архона сюда добавь, они разорвут все нахрен. Красавчик, стрэндж варпит, зилки вообще нахрен не нужны на все архонов, нужно здесь варпить. Еще плюс 2 сливаются, здесь можно восстанавливать пилоны здания, еще одно. 5 люрей штучек морфится, ну что же, это круто. Неужели ура блочит здесь все, что вот, вот что самое печальное. Так, здесь Immortal зилки дерутся против клингов реведжеров. Кстати, хорошо дерутся здесь. Выходит стрендж вперед. Есть обсервер, нужно заходить. Так, 2 люра минус, но не более того. Нужно бы отступить. Какой же гигантский рейндж, конечно, у люры во второй Старкрафте. Это дженсть. 107-170 по лимиту. Стрендж пока держится, но вот... Не дает опомниться Зерк, не дает просто ни секунду Протусу, чтобы он отстроил как-то боевого лимита более-менее качественного. Так, люра что-то выкопалась, закопалась заново. Стрэндж ловил этот момент, а в сервер гидры нет, чтобы покуснуть. Великолепная реакция Стрэнджа была, красавчик просто. Вот за такие действия уважаю. В Старкрафте это один из ключевых моментов. Если ты внимателен, если у тебя такая реакция как бы четкая на происходящее. Но все равно Зерга слишком много. Приходит сюда его весь этот прирост. Вся вот эта вот зерговская армия.
Immortal спускается, вот в итоге все по частям отдается, и армию, ну никак не собрать, чтобы тут три Immortal, не знаю, три Архончика скопилось вместе, вот что-то такое, и чтобы зелков достаточно было. 90 на 160 по лимиту сейчас. Атака пошла. Ну вот, скопилось три Архона и три Иммортала, как я говорил. Но нету чертовых стелков. Что за хрень вообще? 120 на 98, ну лимит-то почти равные стали, обратить внимание. До варпа от Стрэнджа идут. И три Иммортала с хайграунда все разваливают. Парабам вообще одинаково. Блин, как Стрэндж держался здесь, а? И выдержал ведь весь этот прессинг. Здесь вот один газ не добывается, две пробки стоят. Нужно бы заметить это Стрэнджу. Одну на газ, одну на минералы направить было бы замечательно. Третью атаку Стрэнджик делает. Молодец. Где она, кстати, фаржа-то? Вот она, фаржа, где восстановлена была. Четыре архончика. Ой, микс все сильнее и сильнее становится. Если у Зерга не будет люрей, он будет эту хрень строить, то можно пойти его на клики просто сбрить сейчас будет. Замечательно просто. Четвертый Нексус Стрэндж тут поставил. 112-139 по лимиту. С 18-08, там уже, наверное, Nation Wars начался. Ну, пусть поговорят маленько, потом я ворвусь уже, как игры будут. Тут у нас поинтереснее идет движуха наша. Тут бьется Стрэндж. 27-150 по лимиту. Выходит в центр. Микс сверх просто сильный, я бы сказал. Часть криптумеров, правда, Стрэндж пропустил. Сзади они остались. Но зато здесь все выбивает. Здесь 4, конечно, неприятных осталось. Идет вперед. Люра доделась очень вовремя у Зерга. Нужно отойти, Стрэндж, назад. Ой, зелки в засаду попали. Куда ж вы полезли, дурачки, так далеко? Нужно сместиться наверх. Смещает Стрэндж. Здесь еще много криптумеров-то осталось, кстати. Стрэндж в итоге их находит. Так, и последний тоже нашел. То, что крипов здесь не будет, это очень замечательно. Здесь у нас забегание лингов пошло. Только Зерг спалит, сразу забегание пошло. Блин, и не зелки, а Архона здесь будет морфиться. Это минус 3 Архона сейчас будет. Нексус, какой Нексус-то? Архонов надо... Хорошо для Стрэнджа, что сейчас, на самом деле, Зерг Нексус выбивает. Потому что Архончики доморфятся, они еще и Нексус, глядишь, не дадут развалить. Вот это фейл. Вместо того, чтобы Архонов окружить, Зерг начал Нексус разбирать. Архоны с тремя атаками вообще не согласны с такой позицией, ребята. Они... Объясняют, что не надо такие глупые действия делать в следующий раз. Я думаю, что Зервас это поймет, потому что если не поймет, то это просто печаль. Надо пробок возвращать сюда. Здесь нужно дозакрыть стенку заново, иначе как бы будут врывы какие-нибудь от Зерга. Тут у нас Greater Spire, плюс еще два Архона, но опять же, посмотрите, сверх уничтожительный, просто сверхсильный микс для такой стадии. И абсолютно верная. Вот Стрэндж видно, что умеет головой думать решение при таком количестве архонов делать поля сейчас. И на здание тоже будет этот грейд влиять. Но если брудов дождаться сейчас, то они могут просто все забрить. Так как архоны это очень неэффективный юнит против брудов. Они просто не могут через брудлингов пройти к ним. Тут, кстати, Зерк тянет резину, между прочим. Один роуч здесь остался, ну один пусть, ладно, здесь закопан будет, одного зелка против него варпануло, все. Первый брудло... Первые два брудлорда уже запиливаются, плюс еще есть продакшн, нужно Стрэнджу идти вперед. Здесь особо-то ничего нет, если брудлордов тут штучки 4 будет, как-то так, то можно просто сбрить вообще. Пошла атака от Стрэнджа. Бруды сзади есть пару штук, но как архоны стоят, как иммортлы здесь наваливают. Это же жесть просто какая-то. По земле все уже снесено, 166 на 108. И кажется, Стрэндж забревает все нахрен. Третья минус, бруды живы пока. На четвертую Стрэндж пойдет. Надо брудов, конечно, выманивать от клифов всяких, чтобы они в открытое поле выходили и разваливать их. Блинк заказан. Четвертую идти убивать, сталкера есть, все замечательно. Есть
Есть на поля грейд один. Френч идет вперед. Бруды как-то наглеет. Конечно, Зерк, куда он так летит-то нагло? Кат четвертая падает. Ну, ловить брудов уже, что Френч идет. Филд какой-то. Не ахти пошел. Ну, один брудлорд уже упал. Рабочие прям под архонами уезжают. Архоны там их хорошо наваляли рабочим этим. Бустится ли блинк? Блинк не бустится, ошибка. Пожалуй, тоже может что-нибудь было бы заказать сейчас. Было бы неплохо. Можно прям под брудов сейчас варп провести на самом деле. Кстати, опрометчивый такой варп, я сказал. Под спорку еще получается, Стрэндж варпит. Шпорку бы фукуснуть бы не помешало бы. Спорку фукуснул. Бруды в итоге падают. Призма тоже, правда, упала. 155 на 66. Здесь Роуча отбил. Заходит на вторую. И это ГГшечка точно. Красавчик. Стрэндж. Просто великолепная игра с его стороны. Не зря он хэппище. Не случайно сегодня выиграл. Отписал про Бу один Стрэнджу. Так, на Киви 200 рублей мне приходит. Спасибо. От кого-то. От кого-то. Так, загрузились вчерашние воды, обрабатываются понемножечку. На Nation War пока еще ничего не началось, слава богу. Вот.
Так, быстро Блайт тут разрулил, конечно, я вам скажу. Ну что же, зайдем к Блайту тогда. Главное, чтобы потом из этого какой-то машины не вышло, что на самом деле взял там Блай, всех обманул, там, чтобы один, типа. Вот, ну, в сетке так написано, админы ничего не сказали. Вот. Как он говорит, ну, посмотрим. Брэд Питт, нет, 15-го вы меня не увидите с вебкой в колпаке на день рождения. С вебкой и со всеми делами вы меня увидите в конце января, скорее всего. Ну, самое позднее, начало февраля, потому что пока не будет переезда на новую квартиру, не будет из кухни переезда тоже. Ну что же. Чушь, Блай Стрэндж начинается игра, и это тоже Бу-1, как я понимаю. И финал даже Бу-1, типа. Хары базарить. Ну там на Nation Wars все еще разговоры идут. Если финал Бу-1, я думаю, что может быть и финал имеет смысл постримить, как бы. Ну что, пробочка еще выходит. Вообще не еще, а пробочка выходит. Никсу ставить. Есть второй пилон у Стрэнджа, чуть не понимаю. А, у него один пилон. А, сейчас больше лимита.
Nexus дает, что-то я затупил конкретно. Кибернетка пошла, застроечка есть. Блая хатка ставится, третий пока не наблюдаю. Пробку все разведывают, видит. Газ вовсю добывается. Почти при готовности пула будет уже на мув. Так где вы вообще видите? У меня в сетке вообще нету такого, что бо один там или не бо один. И это вообще написано-то, я еще не понимаю. А, Best of 1. Если в матч сам зайти, то Best of 1, да. Так, соло-апокалипс, давайте глянем, что у нас. Да, соло-апокалипса тоже... А, нет. Так, а там в описании написано Ivon 2.1 vs Soul Something Wrong. Странно вообще. А что в других матчах? Наши войска атакованы. Что-то мне кажется, сейчас окажется, что какая-то шляпа. Вот если вы в этот матч зайдете, Апокалипс против Соула, там написано Апокалипс Ivon 2.1. Вес Сол something wrong. А может быть они договорились, что. ХЗ, может они договорились, что типа Бо 3, они сыграли Бо 3, а первую игру выиграл Соул, и как-то там ему засчиталось, например, что он победитель. Я не знаю. Здесь у нас отблая передроп лингов, между прочим. Ну а что Стрэндж видел? Пока непонятно. Адеп Линга минусует сейчас. Так. Стрэндж, овер же залетает, чуть ты не видишь. Ну ё-моё, Стрэндж пропускает момент. Клай залетает овером, линги передропываются. Это проблема для Стрэнджа. Что у нас Мазеркор? Ну Сталкер здесь, плюс 2 сентри. Линги вырываются. С сентрями филдочек надо поставить. Стрэндж, ставь филдки. Филдки пошли. Неплохие вроде как филды. Потерял 3 пробки. 5? Когда 5 ты успел? Ну, одна разведывает, значит 4 все-таки здесь погибло. 35-39. Ну, неприятно, но не критично 4 пробки. Фаржа у Стрэнджа. Обсервер в Роба Твайлайта пока не наблюдается. Блай подводит новых лингов. И собирается опять дропаться, между прочим. И опять 8 штучек здесь сидит. Ну, Стрэндж тикает. Медленный овер, но какой мобильный оказывается. Тут здесь дроп, ну, уже сюда прилетел, уже здесь дропает. Через минуту, правда, или даже больше. Так, обсервер полетел. Стрэндж медленно, но реагирует на этих лингов. 8 штук. Здесь контроль пробок неплохой демонстрирует. Нужно отводить их. Филд пошел. Пока только одна пробка, насколько я видел, погибла. Сейчас 2 погибло. 3. Да, 8. 3. Как Стрэндж здесь еще сконтролил просто по-царски. Но здесь Блай в лоб каким-то образом прогрыз. Что-то Блай вообще обнаглел. Семь восемьдесят пять, там роучи вовсю делаются уже. Рейнджа блинк. На этой карте можно камни эти пробить и роучим прессовать еще сюда. Минус линк, овер облая уводит. Сверхэффективный овер получился. Не говорить тут нечего. Так, игры на Nation Wars еще не начались.
Ну, очень скоро начнутся, ребят. Я тогда сделаю стоп-старт, вернусь без задержки к вам. Пробивает блайками, вперед куда-то поломился. Куда Блай вперед поломился? Третий Нексус прекрасно видит Стрэнджа Блай. Пробить камни надо сейчас. Частью шатать третий, частью камни пробивать. Блай частью пробивает камни. Ну, можно всеми было пробить, потом частью третий отменить. Но Блай решил, что частью сразу камни будет пробивать, а частью сразу отменит. И действительно, Стрэндж этого не ждал. 137.86, 50 лимита преимущества. Это очень неприятный уже момент. Заходит Блай на хайграунд. Делает подземный мув роучем. А так, кстати, новенькая тема такая, кстати, от Блая, я вам скажу. Видели мы в Nation Wars вчера ее против Велму. Велму, по-моему, вообще развалил. Но Стрэндж не Велму. Стрэндж гораздо сильнее играет. Сейчас я в этом уверен просто. Камни Блай не добил. 37 хп осталось. Что ж ты бегаешь, чтобы заперед пробить? Вон 37 хп осталось. Че Блай бегает, не знаю. Обсервер Стрэндж прекрасно все видит. Камни пробиваются. Блай не хочет лезть прямо на камни на эти. Точнее, в этот проход. Ну что, пилончик минус. Можно в лоб заходить здесь. Роучи очень много. Можно просто в тупую с закупкой сейчас заходить на хайграунд. Ну, что Блай делает, собственно говоря. Видит ли Стрэндж тут все мероприятие? Да, видит, реагирует на него. Ну, слишком что-то тут роучи с перебором. Блай в тупую ползет дальше. Минус Иммортал один. Нет, не минус, кстати, Иммортал. А здесь уже четвертый, между прочим, строится. И лимит-то так... Не так все шикарно у Блая по лимиту становится. А Иммортлы разваливают и разваливают, между прочим. А здесь Фотоночка прикрывает все вот это вот дело. Блай копается, ну а сервер рядом. В итоге его диверсия не прокатывает. И сейчас Стрэндж в контратаке просто с двух баз. Вот у него есть шанс просто Блая сейчас зашатать, заломать просто и развалить. Еще раз приходит Роуч сюда. Так, Стрэндж видит их? Да. Просто минус 6 роуч на ровном месте. Вообще четко Стрэндж принял сейчас. Здесь тоже оборонец готов. Лимиты уже равные. Посмотрите на потери. 5300 на 2500. Стрэндж царь какой-то сегодня просто. Как он играет, а? И Блайт-то все хорошо делает, что самое главное. Вроде как. Грамотно шатал сейчас. Ну, Стрэндж взял как-то и вот... Ну, изи, что называется, играюще отбился. Подрезал пару крем-туборов, отошел Стрэндж. Будет ли выход от него? Блая плюс один грейд. Все, у него больше грейдов нету. Стрэндж уже третья атака делается. Привет, Живодан. Уже есть две, но 13 гидралов. И выход сейчас идет, полноценный выход в Люру. Так, здесь Линги у нас бегает. Не понимаю, зачем Стрэндж здесь держит группу? Если можно стенку сделать, Мазрукура оставить там с низкими верчажами и возвращаться на блинки, если что. Ну, как по мне, ошибочно Стрэндж сидит тут. После всех отдач Блая нужно было в контратаку идти, но ведь Стрэндж-то лимит оппонента не видел. Но можно предположить, что когда Зерк масит так роучи, это, ну если не улыновое, то это очень сильное вложение экономическое, и можно попытаться контратаковать. Это авантюра, ну да, но если ты, у тебя уже все по плану не идет, а по плану у Стрэнджа 3 Нексус был, то вся игра уже фактически авантюра. Можно и пойти и попытаться. Так, много гидры, есть люра. Если слинги забегают, на момент Блай все-таки нашел уязвимое место у Стрэнджа. Адепт и давар. Есть линги забежали, минус линги. Вернулся Стрэндж, лингов принял. Кстати, нету скорости атаки, адепт на закопке тоже принял лингов.
еще 4 люры. Ну вот с люрой. Миг Стрэнджа не приспособлен к борьбе с люрой. То есть только тут, если подловить Блая, позицию как-то словить, вот сюда идти, например, заблочить его, вот здесь вот пусть он там на мэне бегает. Ну Блай может в тупую просто в размен пойти. Вот в чем проблема этой карты. Знаете, сколько у Блая здесь хозяйство какое. Вот у него весь низ уже заполнен базами. А у Стрэнджу просто две базы. Здание не так уж много, просто берем и идем в размен, и все как бы. Для Стрэнджа это будет очень плохо. Куда бы он ни пошел, сюда будет нападать, сюда, сюда. В любом случае, Блай может в размен пойти, а в лоб на это ну никак не наломиться. Будет ли Блай в размен идти? Реводжеры есть, чтобы филды выбить. То есть сейчас размен халявный для... Ну как халявный, для Зерга легче, чем раньше. Заходит Стрэндж, Блай копает Юру. И в это время идет... Великолепно сейчас все Блай делает, конечно. Заходит Линги, филды пошли. Нужно кастовать реводжерами. Что делаешь-то, Блайчик? Так, филды снял, часть филдов заходит на хайграунд. Стрэндж дерется как царь, просто, знаете, лимита больше становится. А люра-то вне позиции, люра без прикрытия остается. Здесь не так уж много, между прочим, Блая осталось. Но достаточно для того, чтобы вот эти скудные войска Стрэнджа свалить. Еще два оверчажа. Отогнал. Знаете, Стрэндж выбивает все Блаю. Лимиты очень близки становятся. Блай перекапывает люру сейчас и продолжает мейн шатать Стрэнджу. Конечно, на мейне ресурсов маловато здесь еще остается. Ну, очень четко, конечно, Стрэндж вот Блаю все подрезал. Может быть, за счет грейдов получится тащить, я не знаю. Здесь люра уже мопится прямо на мейне, кстати. Лимиты вообще равны сейчас. Так, ну этих сталкеров не обязательно было Стрэнджу отдавать. Стрэнджа ниндзя Нексус сейчас. Вот это интересно очень. Была... Так. Идет Стрэндж отбиваться домой. Кстати, люры-то немного здесь вообще. Но обсервер не успевает, между прочим, подлететь. Заходит Стрэндж наверх. Под люру не подставляется, понимая, что опс где-то сзади летит. Так, здесь люра сзади есть, но далековато где-то она находится. Проход тяжело будет лезть. Стрэндж сам свой гейт убивает. Блай люру привел. Блай здесь, все нормально, дома. Добыча у Стрэнджа началась, кстати. Блай третью установил и респ установил тоже. Наши войска атакованы.
месторождение минералов выработано. Так, опять микрофон. Ну, ё-моё, прошу прощения. Меня тут отвлекают постоянно. Сегодня, ну, бывает. Всё нормально. Задержка 2 минуты, помните про это. Самое главное. Мутка отбая залетает, кстати. Три оверчаржа Стрэндж выставляет. Ой-ой, как тут настреляло. Но мутки, кстати, не погибло много. Вот настроил дестабилизаторов, а к мутке-то они как? К мутке-то они слабые, а Блая 15 уже штук. Вот почему тоже сверхдолго не надо затягивать. Сталкеры агрессивный блинк делают. Ну, блин, сталкеров-то тут не так уж и много. Минус еще муталиск. И вот что теперь делать? С мейна сталкеров отсюда, точнее, забирать сталкеров очень опасно. Вот забрал сейчас. Ой, сейчас инвеста терна мазеркор развалит. Что ж ты делаешь-то, Стрэнджер? Верчаш еще пошел. Идет вперед. Нужно в лоб драться сейчас. Затянул, затянул. Надо было с первыми дестабилизаторами идти вперед. Мама просто тут с чаликом гулять собиралась. Поэтому микрофон отрубился. Обсервер минус. Ой, Блай ловит. Ё-моё. Жесть, микозом поймал дестабилизатор, правда. Минус всего одного. Один сдох от микоза. Из муталиски все новые и новые летят. У Стрэнджа база падает. Но опять же, для Стрэнджа это плохо. У Блая крит масса мутки будет. Все-таки пересидел Блай Стрэнджа. Все-таки пересидел, красавчик. У него очень много баз. Гоняться за мутой абсолютно бесполезно. А в лоб убивать очень долго. И дестабилизаторы против мутки драться не умеют. То есть это для Стрэнджа ГГ. Уже на 99%. Я не знаю, что здесь должно произойти, так как 23 муталиска, даже армии такой нет. Один сталкер, 5 центрей, даже навряд ли разберу 23 муталя. Хотя с тремя атаками под гвардианом и одними полями они разберут, скорее всего. Но муты все больше и больше углая становиться будет сейчас. Так, ну что, Innovation против Элейзера начинает нас там биться, насколько я понял, на Nation War. Сейчас я после этой игры стоп-старт делаю, на Nation Wars уже врываюсь. Финал, посмотрите, тут стримов много будет, а Nation War не будет. Русского стрима, кроме моего. Что, добивает Блай Стрэнджа? Кончилось все здания на респе здесь у нас. Так, ну газ тут остался, пилон надо добить тоже, конечно. Нужно сделать бы грейды какие-то на мутку Блай Спайер-то есть. Тут с атаку делай, да делай, что тебе мешает, я не понимаю. Стационарная оборона у Блая много.
Люра копается, уходит. Хоть по королевам попал, решил Стрэндж. Ну, королеву сразу перетрансфьюзились. Энергия полная углая. Он здесь все удерживает. Мутка летит убивать. И я думаю, Стрэндж прекрасно понимает, что ему тут недолго осталось. Он пытается что-то еще сделать. Но в размен здесь как пойдешь? На клики не наломишься, как мутой на Люру. Как вы поняли. Да и юнитов этих терять нельзя, а тут уже и микозы пошли, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще микоз пошел, фестеры возвращаются уже. Не капают инфесторов в лайверам, микозы кидать не успевают. ГГС, конечно, пишет, зданий не осталось. Стоп-старт делаю.